Белый дом вводит самые обширные тарифы на китайский импорт. С 2017 года пошлины на китайские электромобили достигнут 102% и могут носить запретительный характер. Но тарифы ударят и по импорту батарей, солнечных панелей и чипов. Зеленые вошли в очередной виток сумасшествия. Теперь они уже против даже электромобилей. Например, в Германии протестующие попытались штурмовать территорию завода Tesla в Грюнкенхайде. Организаторы протеста заявили, что около 800 человек приняли участие в акции протеста против запланированного расширения завода Tesla в немецкой земле Брандербург, примерно в 40 километрах к востоку от столицы Германии Берлина. В прошлом Tesla уже сталкивалась с другими протестами, когда активисты, ссылаясь на экологические проблемы производителя электромобилей, в марте поджог электроснабжения фабрики также привел к остановке производства. Позже ответственность за нападение взяла на себя крайне левая группировка, которая не понесла никакого наказания. Сегодня мы собрались здесь, чтобы привлечь внимание к заводу Tesla в Грюнкенхайде из-за разрушения окружающей среды, а также из-за разрушения окружающей среды в таких странах, как Аргентина и Боливия, где добывается литий, необходимый для этих батарей. И это приводит к ужасным экологическим последствиям. Разрушение не только для людей, но и для окружающей среды. Именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы привлечь внимание к этому заводу. Мы будем привлекать внимание к заводу Tesla различными способами, чтобы бороться за переход к мобильности для всех. Нам нужен переход к социальной мобильности, а не к автомобильному способу передвижения. Мы хотим, чтобы общественный транспорт был бесплатным, которым мог бы пользоваться каждый. И для достижения этой цели будет проведено много различных мероприятий. Ein ÖPNV, der kostenlos ist und der uns alle mitnimmt. Und dafür wird es ganz viele unterschiedliche Aktionen geben. Ну да, а следующий шаг сумасшедших будет уже запрет общественного транспорта, и нас в итоге заставят ходить пешком. В стороне не останутся даже медицинские товары, шприцы, хирургические перчатки, которые США закупают в Китае на сумму $300 миллионов ежегодно. Большая часть тарифов составит 25-50%, и, учитывая зависимость от Китая, подстегнет инфляцию в США. Взять батареи и солнечные панели, рынок которых на 90% контролируется Китаем. Импортозаместить их нереально, что-то начнет поставлять от тех же китайских компаний из Мексики или Малайзии, но проблем с логистикой все равно будет немерено. Смешнее всего введение тарифов на китайские портовые краны. На них приходится 80% рынка в США. И они используют свое программное обеспечение. Китайцев обвиняют в шпионаже за США при помощи кранов, а отдельные политики вовсе уверены, что Китай строит кибератаку на США, заблокирует, например, свои краны, парализовав работу всех американских портов. При этом казначейство США буквально умоляет Китай никак не отвечать на американские тарифы, ведь Китай может в любой момент ограничить поставку тех же редкоземов, и это поставит на колени всю американскую экономику, включая ВПК. Ну а пока демократы с новыми тарифами успешно добивают свой же зеленый переход, пытаясь хоть как-то перехватить повестку Трампа.